Всех приветствую на моем канале Кизлярские ножи. В этом видеообзоре хотел бы назвать участников розыгрыша, кто будет принимать участие, да? Значит так, ребята, Слава Федорищев, который заканчивается номер на 4628, он не выполнил условия розыгрыша. Он выбывает со списков. Значит, участвует. Я зачитываю. Парашют 81, который номер заканчивается на 4 шестерки. Сергей Лысиков 1783, который заканчивается номер. Дима Размахов, который заканчивается номер на 9166. Может быть, я не так делаю склонение на фамилии. Вы извините меня. Ну, все узнают свои номера, да? Поэтому, я так думаю, все поймут. Егор Погорелов, который заканчивается номер на 3234. Александр Заруцкий, заканчивается номер на 5403. Игорь Бакуме, который заканчивается на номер 6699. Иннокентий Волковский. Или Волховский, или Волковский, который номер заканчивается на 6548. Андрей Дронов, который заканчивается номер на 4833. Виктория, 6111. Максим Мясников, 1520. Оксана Заруцкая на 50.05. Марина Гостевая Мария Гостевая извиняюсь, которая заканчивается на 63.81. Александр Гостевой на 71.49. Тёма Погорелов на 87-89 и декоративный камень на 50-93. Так, значит, эти все участники, 15 человек в количестве, принимают участие в розыгрыше. Сегодня будет не прямой эфир. Все будет по-честному, я сразу говорю. Все выберет рандомайзер. О результатах розыгрыша я сниму видео и закину это видео, значит, на свой канал. Будет разыгрываться 5 скидок по 500 рублей на ножи кованые. 3 бесплатные доставки по России будет разыгрываться. И будет разыгрываться ножик. Вот, складной, вы его видели. Скидками и доставками вы можете воспользоваться в любой момент. В любой момент. Но те, кто выиграет эти скидки и доставки, должны будут с номера, который указали ниже под видео, с этого именно номера написать мне на WhatsApp, чтобы я знал действительно, что этот человек выиграл. Вот, чтобы я знал, что это не левый человек, который воспользовался значит, комментариями и хочет себе скидочку, да?
Вот, на халяву. Значит, так. Скидки можно использовать или купив кованый ножик, или купив шашлычный набор. Давайте вот так вот. Так что всем удачи. Всем удачи желаю. Кто выиграет, тот выиграет. Я так думаю, что шансов много у людей. Потому что участников мало. Всем еще раз желаю удачи. До новых видеообзоров. Всем пока.